Как нам сообщает пресс-служба городского отдела полиции, некоторые нечистые на руку граждане стали активно использовать в корыстных целях излишнюю доверчивость харцизян. То пожилая семейная пара, приютившая на время своего знакомого, вдруг обнаруживает пропажу этого самого знакомого, а вместе с ним электроинструментов стоимостью 10 тысяч рублей. То в одной из квартир происходит таинственное исчезновение золотых украшений. И только после вмешательства полиции выясняется, что хозяйка квартиры еще месяц назад давала ключ от входной двери своему приятелю. Благодаря усилиям оперативников нашелся в итоге и приятель, и пропавшие золотые изделия в одном из харцистских ломбардов. Правоохранители, разумеется, рекомендуют быть бдительными и разборчивыми, заводя новые знакомства.